Ах, какой день сегодня. Жаркий и солнечный. Такой вид из моего окна на севере города Москвы. На все, что поблизости от меня. Березки у нас. Такая зелень под окном. Это красивое дерево, которое не знаю, как называется. Ах, какие березки. Вот столько зелени у нас во дворе. Сегодня понедельник, 24 июня 2019 года. Стоит очень жаркая погода. Уже дней 10. Очень жарко, до 30 градусов. Я изнываю от жары. Еще солнечная сторона у меня. Ах, совсем тяжко. Обещает некоторое похолодание, что меня очень радует. Тут цветочки высаживают. Что очень радует. С другой стороны дома этого, этой красоты нет. Вот какие цветочки. Последние годы. Жаркая погода стоит в Москве, столица. Вот наш Сильвер-Сити, дом ремонт, уже построен, доделывается. Вот такой вид вдали. Из моего окна на севере города Москвы, столицы.